Рост неполных 2 метра и вес почти 100 килограммов. Вот только глядя на Ананду Доржаева, сразу и не скажешь, что у него столь внушительный вес. А он и на ринге выступает внушительно, почти все свои победы одержал нокаутом. Несмотря на то, что в кикбоксинге всего 2 года. Секрет моего успеха – это регулярные тренировки, без прогулов. Делится опытом Ананда. В совокупности это светлая голова, всегда хорошее самочувствие. На этом первенстве Бурятии по ОФП Ананда в роли судьи. Здесь выступают дети и подростки, которые хотят быть такими же сильными и уверенными в себе, как Ананда, отмечает главный организатор турнира Игорь Шедловский. Ведь известно, что победы на ринге идут на пользу лишь тому, кто прежде сумел закалить свой дух, подчеркивает организатор, кстати, мастер спорта по стрельбе. Именно для закалки духа и существует ОФП. И в этом мы им пытаемся помочь, чтобы у них был свой стержень. Это не только спортивные достижения и не только, скажем так, четкие какие-то уже успехи, а это и внутреннее состояние души. 6 основных дисциплин по особому принципу. От челночного бега к отжиманию, от пресса к скакалке, от прыжков на месте к подтягиванию на перекладине. По сути, это не только физическое и моральное, но и духовное подтягивание. Ведь дети при грамотных тренировках растут в том числе и духовно. Это первый республиканский турнир по ОФП, отмечают организаторы. Но он уже собрал около 100 детей. Балот Шерибазаров, Баир Саганов. Новости дня.